Жила-была одна девочка. Пошла девочка в лес за ягодами и встретила там старушку. Здравствуй, девочка! Поела старушка ягод и сказала: ты мне ягод дала, а я тебе тоже что-то подарю. Вот тебе горшочек. Спасибо, бабушка, сказала девочка. Взяла горшочек и пошла домой к матери. Обрадовалась мать этому горшочку. Да как не радоваться? Без труда и хлопот всегда... Испугалась мать. Побежала за девочкой. Да не перебраться ей через дорогу. Горячая каша... И перестал горшочек варить кашу. А наварил он ее столько, что тот, кому приходилось из деревни в город ехать, должен был себе в каше дорогу пройти.